Туркменистане новый закон. Недавно диктатор Гурбангулы Бердымухамедов был свергнут и арестован, и новый правитель, Бердымух Гурбангулов, снова разрешил красить машины в черный цвет. Но теперь нельзя красить машины в белый цвет. По словам Гурбангулова, белый цвет – это цвет диктатуры Бердымухамедова, а черный – это истинный цвет ислама, который символизирует одеяние пророка Мухаммада. Также Бердымух Гурбангулов теперь носит звание «сын Аллаха», что символизирует, что вся власть от Бога. Мы будем и дальше следить за ситуацией в Туркменистане и держать вас в курсе.